Ну, кузен, только посмей сдохнуть до того, как мы тебя найдем. Всем привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем страдать паркурным пазом. Мы хотели устроить небольшой марафончик, но чуть-чуть не получилось. Мы довольно много пробежали на самом деле, но все-таки не всю игру, как я планировал. Сейчас будем добивать Абрахам Махани, Лизбет Махани. Надеюсь, в этот раз у нас получится не отвлекаться, потому что я отошел от игры где-то буквально на дня 3-4, и сейчас надо вспомнить, какое у нас было оружие. Я помню, как оно было, просто надо вспомнить, как я на него быстро переключался. И где мое любимое? Так, вот это вот мое любимое. Это такую себе, и вот это, дольч, все ясно, и мы шли, получается, в прокачку. Кстати говоря, мы уже можем это сделать, и я предлагаю сделать вот так. Мне жутко понравилось дробовик. И это штуку, которую создало само зло, я думаю, будет еще лучше, чем то, что было до этого. Дальше, я думаю, знаешь, что нужно сделать? Нужно будет пойти вот сюда и сюда, чтобы получать чуть больше опыта. Это надо было прокачать сразу же сходу, я думаю. Сразу же нужно было прокачивать, чтобы сразу с самого начала получать побольше опыта. Вот эти навыки, я думаю, мы трогать практически не будем. Я не думаю, что в этом есть смысл. Как-то что-то патронтаж. Карман много патронов не получишь, лучше найти патронтаж. Да, это он самый. Но вот патронтаж можно было бы немножко прокачать. Не думаю, что есть смысл качать эти навыки. Как-то так получилось у разработчиков сделать, что в этом нет смысла никакого. Так, да, возьмите лампу помощнее. Просто лампа помощнее, да и все. Кому это нахер надо? Лучше вон ножики прокачивать, оружие. Вот это вот все на урон повыше и тому подобное. Так, это какая-то шелупонь местная. Я думаю, что на нее смысла тратить... Хорошее оружие. Хотя какая хер разница, если что, найдем еще. Да? Подухните. Просто подухните. Давай вот лучше с этим пока походим. У этого оружия и этого оружия одинаковые патроны. Это была моя промашка. Но ничего страшного. Справимся. Так, напоминаю, что в предыдущей серии мы с вами нашли комнату Льюиса. Он прислал нам письмо, которая зазывала нас вернуться в наш старый город в фестиваль. Так, я хочу посмотреть. Где она? Вот она. Супер. Так, для тебя много чести такое использовать, но я хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Да, твои внутренности. Хотя они и так все наружи. Льюис нас втянул в эту... Секундочку. Оп. Чуть-чуть потише. Льюис тянул нас в эту заварушку. А, все серьезно, и двери открылись. Все. Я думал, сейчас что-то делать для этого. О-хо-хо. Отдельно очень мощные выстрелы. Имеется в виду, каждая патронка у этого дробовика отдельно очень мощная. Не трогать. Моя розочка не для вас цвела. Она только Господу принадлежит. Так, все? Это все, что ли? Все, что вы можете мне предоставить? Они пытаются нас задержать, я вам прям зуб даю. Они хотят, чтобы мы сейчас тут застряли, пока они будут Льюиса насиловать. Я вам прям гарантирую. Который, повторюсь, в свою очередь заманил нас в эту ловушку. Но он сказал, что тут так и так происходит какая-то... Толхуёвина непонятная, и типа, приди, помоги разобраться. Гулли? А, он типа, мне показалось, что это крестоносец какой-то, его походу нет смысла в голову колбасить. Мне показалось, что крестоносец какой-то сначала, с ведром на голове. Так, это те самые с рыбой. Мир праху всем, кто умер в море, в том числе капитан Том Филлипс, друзья из команды Синего Кальмара. Так, чай. На голову. Смотрите, не пролейте, пока мы будем мордовать местных. Так, это нам очень пригодится, это очень хорошо. Больше 24 патронов эту штуку носить не получается. Может быть, имеет смысл ее, хотя, наверное, прибережем, да? Так, тут все. Дай. Тут все. Я не думаю, что есть смысл как-то тут все это рассматривать. Как бы практика показывает, что есть какие-то секреты,
прячутся в каких-то кустиках обычно, но, блин, ради трех патрон? Я не люблю в таких играх заниматься этой ерундой. В таких играх нужно идти мордовать, а не секреты по норкам искать, мне кажется. Ай ты паскуда. Вот эта аура вокруг них, она на самом деле... Я думал, что они взрываются поначалу. А ни хера подобного. Так, налево пойдешь. Смерть найдешь. Направо пойдешь, смерть тоже найдешь. Ну, идем налево тогда. Почему бы и да? Потому что все равно... Ну, смотри, выжил. Все равно потом мы смерти там и там. На смерть со всех сторон посмотрим под разным углом в этой игре, да? Надо с этой пушки стрелять так, чтобы задевать сразу по максимуму. Потому что если один гуль впитывает сразу все патроны в себя, то это отстой получается. Мне не нравится, что они тут как-то поодиночке сейчас вылазят. Эта аура, она, короче, не бьет на самом деле. Она просто... Оп, оп, оп. Я почти обезумел. Она нас просто косает. Нам нужна броня. Было бы неплохо. Я бы не отказался бы. Так, все пути ведут нас в одно место. И у нас кончились патроны на все абсолютно. Что ж поделать? Придется применять оружие поинтереснее. А что у нас здесь? Ни хрена, серьезно. Так, пока мне я не сильно доволен локация. О, вот теперь получше. В итоге это было ради... Ну, в принципе, сойдет. Ладно. Учитывая за неимением лучшего, и это неплохо. Плохо только, что у нас одно, два вида оружия жрут одни и те же патроны. Чем-то мы не будем пользоваться, скорее всего, это будет дольше. Запомню, что у нас есть тройка, четверка и пятерка. Все, остальное нам, в принципе, нахер не надо. Но нож периодически нам понадобится еще. Здравствуй, как приятно видеть знакомое лицо в этой... дыре-то. Так, у нас, помимо прочего, есть еще вот это. Давай. Есть бессмертие на какое-то время, кстати говоря, так. Надо не забывать, что у нас мы обладаем такими штуками. Слушай, а я даже не знаю, есть ли смысл с ними сражаться здесь. Мы вроде получаем опыт какой-то. Давай ножом. Мы получаем какой-то опыт, но мы тратим просто патроны. И что мы потом будем делать, когда мы придем... Ясно. Что мы потом будем делать, когда мы придем, найдем Луиса? Кстати говоря, я не договорил, все зацепки, которые мы сами нашли в его комнате, привели нас к этой Ктулхуевине, в итоге местной, и в итоге привели к катарсису. Около катарсиса мы сами... О! О, все, вопросы отпали. Около катарсиса мы сами нашли доктора, который в итоге отправил нас дальше на кладбище искать Льюиса. Сказал, что сюда всех увели. Так понимаю, для местного какого-то ритуала. Так, не будем отвлекаться, идем пока просто прямо. Я не могу их не убивать, потому что это опыт. Да пошел ты. Крест я не тебе показывал. Можешь не бояться. Красная луна, ты смотри. Ну давай. Чуть-чуть покосать и добить. Да, они высасывают патроны только так. Ну ничего страшного, ничего страшного. Слушай, мне кажется, это отсылка, да? На этого, блин, из... Отсылка на Dark Souls, короче. Так, ты меня бесишь?
паскуда. Ага. Ладно. Патронами нас кормят нормально. В принципе, можно не жалеть. Отдохните. Я отправлю вас назад в могилу. Так, отлично. Давай сразу сделаем дело. Вот сразу вот так. Все, больше нет очков. Чтобы на оставшихся двух выродках собрать чуть больше опыта, чем можно было бы. А что это такое? Броня. Видать, какой-то вояка был захоронен, оставили около него панцирь. Нам как раз пригодится. Главное не забывать, что в игре нет перезарядки. А, все серьезно, бы это было так спокойно. Ладно, давай дальше. Что это такое? А там рыба, что ли? Рыбьи кости похожи? А, нет, скелет. Ладно, допустим. Мы уже были, по-моему, в похожей местности. Так, когда Господь вернется, ты восстанешь вновь. Но тот, кто однажды умер и однажды воскрес, уже не будет тем, кем был при жизни. Надо ли оно вам такое счастье? Да ты серьезно? Очень неточное оружие. Надо его прокачать, раз мы им пользуемся периодически. Может быть, оно, кстати, перестанет жрать. Это кто, это Бенши или что-то в таком духе, да? Очень мощная, но при этом нет смысла на нее тратить патроны, я так думаю. Если она такая жирная и при этом такая медленная. А вы что здесь делаете? Как вы попали на кладбище? Вы должны быть в психушке. Так, по звуку так, звук такой, как будто бы, да, вот она. Ну где ты? Она будет нас, походу, периодически преследовать просто. Где ты здесь? Я слышал. Нет? Удивительно. О, да, вот она! Господи, напугала меня. Блин, ну, сложно не тратить на нее патроны, потому что, ну хочется же. Говорят, кстати, что здесь есть такой интересный момент с прокачкой оружия, что оно не всегда уместно, прямо скажем. Я сейчас А нет, сейчас не обезумел. Еще пока нет. Ага. Улетело куда-то за спину. Когда прокачиваешь оружие, говорят, что оно может стать только хуже. Не знаю, пока все, что мы прокачали, вроде прикольно, за исключением дольча. Он вроде сам по себе тоже прикольный, но нахер он нужен, если он использует те же самые патроны, я не знаю. Для более точных выстрелов разве что может быть, и то не факт. В принципе, когда вот эта штука у нас начала стрелять одиночными выстрелами, то... Сзади! А, она через стенки проходит, ты серьезно? Подожди. Слушай, здесь довольно жутко. От зараза, ладно, не страшно. Ощущается здесь немножко все по-другому. Die.
Вот интересно, она периодически появляется. А если мы дойдем до конца уровня чуть-чуть раньше, чем мы ее убьем? Что будет? Наверное, ничего, да? Им лучше всего сразу в голову стрелять, потому что вот этим аристократам местным, потому что если этого не... Ох ты, красота какая. Потому что если этого не делать, то она где-то прямо там. Если этого не делать, то они потом после того, как мы отрываем конечности, продолжают все равно ползать. Ё-моё. Началось! Вот. Это я понимаю дело, да. Можно отсюда. Но движение жизни в таких играх, поэтому лучше не стоит загонять себя в рамки. Помолимся же! Да я не могу молиться, когда... Когда бессмертный. Странно, ну ладно. Святая водица, я вам в харе, уроды! Так, а теперь давай посмотрим, что здесь на самом деле происходило. Чей это с... это... Это скелет кальмара? Типа... Пересадить кальмар... голову кальмара вместо головы... головы человека и так далее. Короче, три части кальмара пересадить на три части человека. Получим... Черти что. Я надеюсь, в этом эксперименте у нас не принимают участие Льюис. Так, разрешено... Дорманс. Ничего, мы справимся. Поехали, Льюис ждет нас. Так, чай. Вроде пока что я не нажимаю на R постоянно. Пока меня это радует. Ну, имеется в виду. Неосознанно. Что это такое? Оно живое? Ну типа да. А, ее надо полностью поломать. А можно ее поглотить вместо этого? Поглотить нельзя, ладно. А, что это? Так, медальон, способность, благодаря которой оружие не расходует патроны. О, это круто. В течение определенного времени этот навык также расходует очки, которые мы получаем с помощью безумия. Навык связывается с кнопкой, на которой изображен символ навыка, это понятно. Хорошо. Так, мне не интересует, какому богу ты служишь. Если ты в меня стреляешь, значит ты не на моей стороне. Молчание золота. These monsters made a cozy nest in here. Эх, какой капец. Раз у нас есть такая возможность, переломаем сразу сверху. А, я думал, что это кто-то где-то стреляет. Это наше эхо раздается по всему залу. Так, синий ключ, ясно. Крысы. И ты здесь. Кто ты такой? Может быть, ты самое главное сатанина местная? Хотя нет, тут немножко по-другому все. Бывает. Так, красный ключ. Ну давай.
Я ни хрена не вижу, если честно. Я вижу только силуэты и то. Кое-как. Так, дробаш. Настало твое время. Блин, когда много движения на экране, игра начинает немножко подглючивать. Мне это немного вымораживает. Но только немного. Отъехал. Прости меня, отец, ибо безумие одолевает меня. Кстати, оно было только что 100. Как, почему ничего не произошло? Я должен был что-то сделать? Так, синий ключ. Мы взяли красный. Нам туда, значит. Все, это только ради этого было. Сохраняться нужно постоянно, потому что если этого не делать, то мы будем, получается, перепроходить каждый раз заново все. Ну, имеется в виду именно этап. Да, это еще не конец, скорее всего, далеко не конец, да чтоб ты сыром срал. А можно с собой факел взять, может быть, потому что здесь, честно говоря, так темно? Ё-моё. Что, черт ногу сломит, ни черта не видно. А! Слегка удивил меня. Чуть-чуть. Да, их это останавливать. Я просто проверил, как это на самом деле работает. Так, секундочку. Закатать рукава. Так, что здесь произошло? Пей, чтобы сдохнуть. Сдохни, чтобы воскреснуть. Давай сразу. Я просто надеялся на то, что если я возьму ключ... Оно так и произошло. Слушай, оно так и есть. Все прекрасно. Я доволен. Сразу вся местная сатанина повылезала просто. Чуть-чуть. Оп! После этой игрушки надо будет, наверное, сразу взяться за Golden Light. Пока у нас есть. Я на рефлексе стреляю, я увидел движение, начал стрелять. Я даже не понял, в кого. У меня, короче, действие опережает мысль. Немножко. Так, крыс нельзя убить. Пока у нас есть возможность, надо их, эту возможность потратить с умом. В частности, на Golden Light, я думаю. Потому что это еще одна достаточно качественная игрушка в таком жанре. Так, тут синий ключ нужен. У нас, в принципе, он есть. Это что значит? Это значит, что это шортка, да? Да, она самая. А это? О, господи! Заразы! Нравится, что периодически игра пугает. Даже. А, пули даже разлетаются. Шикарно. Этого я чуть-чуть не ожидал, ладно. Я так понимаю, в итоге мы должны сюда потом будем вернуться. Безумие! Опять пелена перед глазами.
Дневник. Книга воскрешения. Сборник важных ритуалов, которые позволяют принять то, что когда-то было утрачено. Именно принять, да? Почему же книга воскрешения? По идее, она должна не учить принимать. Духни. Она должна, наоборот, сказать, как можно вернуть то, что было утрачено. Что там такое? Ключ? Да, ключ желтый при этом. Так, мне не нравится, это какие-то разветвления начались. Так кончилось. Так, дайте мне одну секунду. Надо кое-что проверить, а то мне не нравится, что игра периодически проседает. Может быть, это можно решить. Думаю, так должно быть получше. Надеюсь, по крайней мере. Ага. Что ты думаешь, если тебя защищает древний бог, то я тебя не убью? Думаешь, у меня кишка тонка? Банан. Вероятно, здесь был просто тупик. Так, это мы, получается, пришли отсюда. И сделали круг. Здесь было какое-то ответвление просто. Это мы пошли направо. Вот сюда вот мы не ходили. Что здесь? Кроме этой жалкой пародии на крестоносца. Кусочек истории. Эвелин и Рик, они никогда не рисковали своими деньгами, только жизнями. Любили деньги, значит. Господи, я уж тебя убивать, если честно, собрался. С такими криками. Но это хорошо, что он выкрикнул, потому что я мне... Не было плана к нему подходить. Где? Не вижу. Что это было? Это он меня убил прямо в пятку, походу. Очень больно кусаются. Просто бежим! Будем стоять, умрем! Неважно куда, просто бежать надо! Получи! Разряд свинца, мразота! Так, там мы были. И я при этом могу туда упасть. При желании. Не, но ключ мы взяли. В принципе, получается, что нам нужно просто как-то пройти дальше. Лабиринт это не очень хорошо, тем более в таких потемках. Я что-то пока заблудился, если честно. Может, нам сюда? Да, похоже на то. Льюис, ну тебя и угораздило. Пора надеть капюшон. Что это такое? Я сначала подумал, что это какая-то лягушка-кузнечик или что-то в таком духе. Или кусок фекалии плавает. А это... В принципе, я был недалек от правды. Это действительно кусок фекалии. Так, на шелупень тратим.
пока вот это. Так, это что такое? Что это такое? Эти опаснее, я не вижу, где они плавают. I'm out. Есть, закончилось. Так, со всех сторон шмалят. Делаем вот так. И просто шмаляем во все подряд. Не очень надолго хватает амулета, надо признать. А вот эти твари очень опасные. Так, кончилось все. Хреново. Должны раскидывать немножко чаще патроны, мне кажется. Так, давай вот что сделаем. Возьмем вот этого дела. И будем надеяться на то, что... Ух, ё! Что это нам поможет получать действительно часто патроны. У меня не было другого выбора. У меня все закончилось. Одна патрон, это чтобы застрелиться. It is heavy, but it is worth it. На самом деле, чтобы не было проблем с патронами, нужно просто банально стрелять более метко. Да и все. Но хер ты так постреляешь, когда оружие само по себе не меткое. У которого разброс дичайший просто... Да, неудобно, они кидают рыбу. И хер его знает, где она лежит. Ага. Так, нас заряжают. Значит, что-то нас ждет. Кэтрин, я перепоручаю тебя судьбе и надеюсь, что вся любовь мира будет на твоей стороне. Добрый человек, пожалуйста, позаботься о моей дочери, которую я не заслужил. Эмма. Класс, и просто отправил ее во свояси, да? Типа, уверил себя в том, что не говно. И рад стараться отправить дочку. Прямо в лоб. Мне не нравится, что все дело идет к воде. Это значит, что у нас здесь будут подводные твари. А? Кто? Подохни. Нужно немножко поменять тактику для этой миссии, потому что если мы продолжим в таком же духе, то будет беда. Так, история глубинных Т-2, легенда, от которых в жилах моряков вскипает кровь, затерянный город, спящий на краю света и плач кита. Я думаю, что мы в итоге по всем этим историям пройдемся. Секрет. Что открылось? А, вот это, наверное, оно и было, да? Просто упало мне сюда. Потому что, когда я заходил, этого здесь не было. Так, хорошо, пока что все хорошо. Немножко меняем тактику. Здесь, к сожалению, к большому сожалению, действовать динамично нельзя. Во-первых, все это идет к тому, что... Это лодочки такие. Все идет к тому, что... Мы скоро столкнемся с какой-то неведомой херней подводной, которая меня больше всего беспокоит, если честно, учитывая мою фобию, вот это вот все. Здесь, к сожалению, на рожон, так как мы привыкли в пещерах действовать не получается. Если мы будем так же действовать, то мы просто потеряем все патроны и в итоге придется сражаться ножиком. Это будет фиаско сразу же. Гитара. Приход воскрешения. Округ Халфлинкс.
Ты смотри, какая. А, это... Это какая-то даже не гитара, что ли? Нет, это гитара. Какая-то 12-струнная, судя по всему. Прикольно. Так, местная деревушка рыбаков, я так полагаю, да? Да, видишь, ни хрена оружие не точное. Несмотря на то, что я стреляю точно в цель, я не попадаю. Так, бессмертие. Можно еще что-то, нет? Подохни, подохни, подохни. Избавиться от тех, кто наверху сидит. Сзади бомба. Прости меня, отец, ибо я в очередной раз устроил геноцид. Но у меня не было выбора. Что это такое? А, ну как обычно, типа, как кого-то с кем-то скрестить неестественным путем. Я не знаю даже, что страшнее было бы. Какую-нибудь овцу с быком скричать естественным путем или нет. Здравствуй, ты прям вездесущий. Что это гарпун, да? Так, погоди секундочку. Да, это гарпун. Что-то еще мы взяли. Короче, секреты, которые мы подбираем, они просто вот, вот так вот, вот просто появляются здесь и все. Не надо даже никуда заходить. 6 декабря 25 год, но более в сильный шторм. Предупреждение пришло слишком поздно. Уклониться мы не успели. Корабль вынесло в открытое море. Участник команды. Начался бред. Даже я не уверен, реальность или сон. То, что мы видим. На горизонте появился остров, которого нет на карте. 7 декабря 26 год. Забрегдился в каюте. Это безумие. На корабле бунт. Никакого бунта. Мы не потерпим. Так, погоди, у нас красный ключ, здесь синяя дверь. Нужно запомнить. Но фишка в том, что больше некуда применять ключ. Ну, типа, реально, красной двери я не находил. А, ну да, действительно, она же была здесь. Хорошо. Избавляемся сразу от той шелупони, которая может нам доставлять действительно серьезные проблемы. Сидя наверху. Или еще где-то. А уже потом вся остальная мерзость отправится к отцам. Отправляйся в ад. Тебя там ждет гидра, догон и, возможно, даже твой возлюбленный Ктулху. Может быть, не сейчас, но позже точно там будут. Что, все? Видимо, да. Так, рождественский пост, приход воскрешения, округ Халфслинг. Так, у нас, в принципе, очков больше, пока больше нету. А так это мы читали? Да. Ну все, это у нас синий ключ, можно теперь возвращаться туда. Не очень нравится мне эта локация, честно признаться. О, господи. А гарпун неплох. Прям очень неплох. Самое главное, что он точный.
Мне показалось или нет? Как будто бы это... Нет, не показалось, это куриная башка, только какого-то гигантского петуха. Такие тоже бывают. Так, с броней у нас пока проблема, но ничего страшного. Давай походим с гарпуном. Мне жутко понравилось. Ах ты паскуда. Где? Так, и в итоге у нас теперь есть синий ключ, да? Это, точнее, желтый ключ, это нам нужно на выход теперь. Хорошо. Погнали. Так, это как раз гарпунские патроны. Сразу же, как только у нас будет следующий уровень, прокачиваю патронтаж. Ё-моё. Они как будто бы стали еще сильнее. Я, кстати, совсем забыл, типа, я как жалуюсь на то, что темно, вот это вот всё, а у нас же был фонарь. У нас же был фонарь. Запах гнили, грибы отравили воздух. Да, эти грибы, походу, непростые. Ты посмотри, сколько патронов от них высаживается. Просто невероятно. Я даже... Да не неси чепухи. Для такой ерунды никогда возраст не помеха. Главное в лоб не словить. Гарпун. Прямо в глаз. А, ты все-таки словил. Не, гарпун класс, я буду пока ходить с ним. Патрон немного, но... Но зато какие. Оп, и все. Не, сильнее не стали, показалось. Подарок, подарок. День рождения Энн. Заказать шелковую пряжу старой Мерфи. Где он был? Проверить поезд в лесу. Болото развалины, подозрительные звуки, светящиеся мары. Символ на спине, песочные часы. Время, вечность, консультация с Проф Джонсоном. Вложить деньги на билет до Провиденса. Какие-то записки. Написать письмо родителям, отслать детей из Энн. Я имею в виду какие-то пометки, что надо. Какой-то тудулист, короче. Так, кстати, детей из города, слишком опасно. Сара Макдональдс, шкафчик. Что это? Что узнал Макдональдс? Маха не так, ясно, понял, животное. Адждркхум. Это уже превращение пошло. Проникли в больницу, мы забаррикадировались в столовой. Толпа нечестивых дикарей из морской бездны. Интересно, что утащило того доктора. Ну, типа, если мы все там зачистили, все равно что-то его умудрилось утащить. Cousin, I hope to find your life. Тихо, напугал опять. Так, ему надо много. Я не хочу на них тратить такие драгоценные припасы. Хлопок, транспорт синий кальмар. Ясно. Тут все с синим кальмаром связано, как по мне. На самом деле, они в противогазе, с трубками, вот это вот все выглядят как мини-ктулху, но на самом деле это не так. Так, часы какие-то. Возможно, Луис. Это, что это было? Воу! Так, ладно, хорошо. Понравилось. Патронтаж все-таки, или может быть пойти в оружие? Так, это мы прокачали полностью, это мы тоже прокачали полностью. Так, у нас помимо прочего появился гарпун. Есть еще ружье, вроде какое-то. Так, вот гарпун. Он дальше идет вот в такой. Так, вот это ружье мы прокачали, получается, до сюда тоже на максимум. Либо мы прокачиваем гарпун. Давай тогда все-таки пойдем в патронтаж. Раз такие дела. Вроде тут не супер много прокачки.
И большую часть мы уже сделали. Вот разве что хочется еще Томмигана прокачать немножко. И все. В принципе, больше нам ничего особо-то и не надо. Именно. Я уже могу наблюдать, какой у меня максимальный запас? Нет, ничего не обновилось в случае. Жалко. Было бы хорошо, если бы после прокачки сразу максимум патрон дали бы. Так. Пока непонятно, ладно. Пока Томмиган пускай выйдет. Не понравилась предыдущая локация. Я тебе сейчас как покидаю с твоими фекалиями. Где? Предыдущая локация была немножко нудноватая. Я надеюсь, что в принципе вся эта арка с этим вот от кладбища до следующего босса не будет такой. Назад не побежал, потому что думал, что сзади тоже могли бы быть. Подохни! Я собираю бухло, а бухать-то как? Видимо, никак. Мы не по алкоголю просто. Очень мощные твари. Алкоголь просто, я так понимаю, когда мы его подбираем, он нагнетает ярость. На какой хер он здесь нужен был? Supplies. А, да. 28. Ну, в принципе, парочка патрон, но свое дело могут сделать. Ждем. Давай, понеслось дерьмо по трубам. Ты еще живой или ты уже следующий? Какая-то срань вылезла. На меня это мало парит. Сдохнет, как и все. И вот так. Боже, дробовик просто. Мое почтение. Сказка. Замер. Закончилось. Так, у него очень болючие удары, надо запомнить. Они просто взрываются и... Так, вот это вот, блин, что-то, мало ли. Взрываются и бьет по области. А, все серьезно. Так, ну мы в итоге выбрались из тех склепов и попали в какой-то вообще замок. Это повеяло духом Вольфенштейна старенького, особенно с этой пушкой. Так, все двери, которые нам нужны, находятся здесь. Причем синих аж две. Ясно, хорошо. Допустим. Блин, я уже успел забыть за аристократов. Да блин, серьезно. Интересно, а если я применю сейчас амулет и возьму в руки дробовик? Смогу им стрелять? Ха-ха, смогу, смотри. Интересно. Ну типа мне дается сверх... Сверх нуля там пару процент, сверх нуля пару патрон. Making progress. Которые я потом применяю. Подухните.
Я когда-нибудь увижу, что произойдет, когда мы используем безумие, или нет? Что же это такое? Желтая дверь, как правило, последняя, я смотрю, всегда идет. Если вы хотите преуспеть в том, чтобы надрать жопу, советую поменять стратегию. Например, выпустить на меня всю свою мощь, которая у вас есть. Может быть, сразу несколько боссов. Кстати, редко встречал, чтобы в играх было по несколько боссов. Ну, там, за исключением некоторых ситуаций в Dark Souls, к примеру. И то. Они, если были двое, то они оба были с пониженными какими-то там уровнем здоровья, или один зависел от другого, как правило. А вот два полноценных, катарсис и следующий, кто у нас будет за ним, это будет прикольно. На самом деле я просто бахвалюсь. Не думаю, что мы такое вытянем, но мало ли, попробовать же можно было бы. Так, погоди. Группа на 20 патронов, а было до этого. А, я застрял! Так, смотри. Первый. Тир. Второй. Третий. Четвертый. Ладно, еще раз четвертый. Я просто до этого. И можно просто не стрелять было в. Ага, понятно, в эту срань. Надо стрелять только тогда, когда она вылезет. Им надо было стрелять просто в грудь. Нет смысла стрелять им в голову. Еще раз. Так, лечимся. Здесь очень легко забыть за здоровье. Я, конечно, извиняюсь, но кто у вас жил в этих... В этом захолустье, блин? Еще раз. Я думаю, что здесь, в принципе, это была заброшка какая-то, где проводились... местные ритуалы. О, он что, был с двумя автоматами, или мне показалось? Ага. Так, архипелаг Баренц, местная традиция или ритуальное убийство? Пошли в задницу. Так, договор о купле-продаже завода, плановые застройки участка, наброски стеклянных контейнеров для экспериментов. Ясно, хорошо. Так, броня вот отнюдь не помешает. Заряд с какой-то красной аурой, которая с двумя автоматами. А значит, то, что мы делаем. Жри! Ну? Свинец, ублюдок! Ах, не хватает бомбы! Как же не хватает бомбы! Подожди, а здесь же еще была какая-то, нет? Нет, видимо. Так, еще раз. Ну я не так хотел, ну ладно, сойдет. А, как не вовремя. И там как не вовремя. Да ты издеваешься, на все закончилось. Ну, тебе не повезло, ублюдок, потому что у меня есть гарпун.
Они должны были, видать, сразу вылезти, но у них что-то пошло не так, что-то не по плану. Хорошо, ладно. Опа, кто это у нас тут такой в шкарлупе сидит? Надо его оттуда, походу, выковыривать как-то. Так, судя по всему, вот так. Так, от врагов надо избавляться по возможности, я думаю, иначе они могут накапливаться. Супер! Ага. Так, из автомата. Великолепно. Так, барьеры какие-то пошли. Так, вроде относительно неплохо все шло. Продолжаем в том же духе. Двигаемся. Двигаемся. Так, книжка. Хорошо. Патроны! Так, еще разочек так сделать надо. Оно стало быстрее. И не дает мне пройти к кристаллам. Скотина. Лечимся, пока есть возможность. Хер с ним. Книга. Давай, 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 давай. Наяривай. Встретимся в аду. Ублюдок. Луис, ты здесь? Опа. Патроны здесь появлялись все это время. Что там такое было? Меня жжет кровь. Они уже убили его. Вы не будете знать покоя, пока не убьете всех. Они ждали вас. Это ловушка. Истина выходит наружу. Это майор Бенджамин Махань, который возглавляет безумную секту. Им нужен ключ. Они не должны их захватить.